Партийцы территориального управления «Жаворонковское» проверили, как проводится уборка снега в деревнях Щедрино, Сельское, Нот и Ликино. Маршрут инспекции был определен на основе обращений жителей. Как сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев, все дороги почищены хорошо, посыпаны песком и реагентом. Некоторые остановки общественного транспорта требуют дополнительной обработки от наледи. В целом же местные коммунальщики с задачами справляются, отметил парламентарий. В теруправлении «Жаворонковское» большинство работ по очистке снега проводится силами МБУ.